Всем привет! Сегодня новый день. У нас сегодня было интервью, собеседование с двумя интернами, с будущими интернами, которые хотели поработать у меня, у нас. И сейчас приехала Маша. Разные размеры и разная толщина, да, у них при этом как бы толщину я там регулировать не могу. Потому что это шрифт. Но кульпот прям чётенько, хорошо написано, а вот у ребят их шрифт, да, Bolife, что-то вышло по-другому, он какой-то нечёткий. Ну, либо его тоже надо пошире, что ли. Всё, пока положили, и будем решать, что там дальше с вышивкой. А Денис постригся. Вау. Тем временем Денис уже получил образцы ткани, нужна была вафля для заказчика. О, кстати, вот это классная, плотненькая, приятная на ощупь, мне прям нравится. Да, мне кажется, вот эта пицца прям идеальная вообще. Да, вообще, мне тоже очень нравится. Она и, ну, как-то плотненькая и качественно выглядит. К нам приехала Олеся. Сейчас тестовый период, и она нам помогает. Мы все упаковываем в Казань. Как тебе первый день? Хорошо. Хорошо? Да. Вот Никита слепил на воркшопе по украшениям такие талисманы, можно сказать, или фигуры, и положил на свои открытки, которые создал. Мы сегодня творим красоту. Будем снимать сережки. Коллекции прошлого месяца. Сейчас накрасим вот эту пеночку для съемки. А я сейчас буду раскрашивать, создавать дизайн сережек. Вот украшенные сережечки. Придумываю дизайн. Вот ставим штатив. А к Бине пришла мысль засунуть сережку просто сюда. И сейчас Олеся будет просовывать сюда сережечку. Мы будем тренироваться, чтобы сделать классный кадр. Как дела? Отлично, как у вас? Замечательно, прям рабочий процесс идет. Супер, у тебя тоже, отлично. Я смотрю, ты прям на переговорах постоянно. Да, да, у меня тоже классный рабочий процесс. Здорово. Манго, клинок рассекающий день. Я смотрела аниме, сейчас просто у них второй сезон вышел. Я не могу ждать неделю, когда выйдет серия 20 минут. Нужен нейтральный фон, даже белый, окей, но чтобы он был большой. И потом уже, если что, именно, ну, раз это фотки, то вырезать. Вот, и так, типа, или можно что-то самим нарисовать. Тут вообще все есть, маркеры есть, бумаги есть. У нас рабочий день, Альбина пьет глинтвин. Мы отлично поработали. Как тебе сегодня первый наш совместный день? Прекрасно, я расслабилась. Вот, девчонки наклеили постеры. Я ожидаю, что тут станет еще больше всего. Подумала, как будто на влоге это получится. Да, все, отсюда убрали. Помнишь, какой тут был беспорядочек? Да. Чтобы мне там доработать и все. Вот так сейчас выглядит наша мастерская.
Олеся сегодня замечательно поработала. Мне очень понравился ее первый рабочий день у нас в мастерской. Все вещи упакованы уже в коробки, очень тяжелые, и мы их будем отправлять в Казань наконец-то. Уже стемнело, тут везде вот такие канаты, канты. И Маша ходит. Маша, как тебе? Денис проводит экскурсию. Это все вешает освещение, будет красивое освещено здание. Вот, Маша. Привет! Ты будешь в моем блоге. Я уже была в твоем блоге. Да, много раз. Кстати, да. Никита сидит, работает. Елочка украшенная. Ай, классно. И вот этот сити, он такой как-то, как будто какой-то сюрреалистичный такой город будущего. Ну что, я довольна сегодняшним днем. Мне кажется, с девчонками мы очень хорошо поработали, они уже ушли. Сейчас уже почти 10:30. Мы собираем вещи и сейчас все наконец-то отправим в Казань. Смотрите, как мы стоим в лифте и поместили все эти коробки. Да, и на этом зеркало хорошо видно, наверное. Да. С коробочками. Спускаемся, сейчас поедем. Да. Какое место мы поедем? Целая эпопея по перетаскиванию коробок, они такие тяжелые. Мы просто все отвезем на машине. Вот. Ну, хорошо, что есть ребята, они все перетаскивают. Вот это две коробки выглядят, конечно, ужасно, но мы их отправляем наконец-то в Казань. Это упакованные вещи все. И сейчас еще третья будет коробка, очень тяжелая вещь. Вот еще коробка. Это мы используем те же коробки, что и были использованы для вещей из Кореи. Да, вывозят снег на грузовике. Прикол. Сколько снега. Ну все, мы приехали на склад, куда можно отвозить наши посылочки. Смотрите, как оно выглядит. То есть тут три грузовых ворот. И мы подъехали к одним, и сейчас будут ребята разгружать. Закрываем окошко. Увидимся в следующем дне. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!